Привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня буду делать для вас тест-драйв. Тест-драйв средства от Буржуа, в которые я просто влюбилась. Кто смотрит давно мой канал, знает, что мое любимое средство для снятия макияжа с глаз – это именно Буржуа. У меня перебывало очень-очень уже много подобных средств, но всегда равно останавливаюсь на Буржуа, потому что оно хорошо снимает макияж, ни глаза у меня от него не краснеют, не щипят. Единственное, что с водостойким макияжем, конечно, придется побороться. Сегодня же я вам покажу свой новый фаворит. Обходила это средство стороной. Не знаю почему, что-то меня останавливало. То ли цена, знаете, там на 50 рублей больше. Как-то так. Что это такое? Это у нас мицеллярная вода от Буржуа. Вообще она меня удивила тем, что она смывает весь мой макияж за 2 ватки. Но это такой, какой макияж? Достаточно стандартный. Румяна, чуть-чуть тон, на губах практически уже ничего нету, тушь, да, то есть брови, вот такой макияж. Сегодня я с вами буду проводить тест-драйв, покажу вам свое голое лицо, не пугайтесь тому, что мои брови нарисованы как у клоуна, в общем, у меня все на лице нарисовано вообще, кроме носа. Вот, посмотрим, за какое количество ваток она снимет брови, тон, тушь, красную помаду, румяна. И самое главное, самое сложное, это водостойкий макияж глаз. У меня сегодня тени вот такие вот. Они сделаны с таким водостойким средством. Поэтому посмотрим. Значит, что мы берем? Мы берем средство и мы берем ватки. Давайте начнем с двух. Здесь, конечно, я думаю, за 2 ватки я не управлюсь, но вот посмотрим. Беру средство и начинаю пропитывать ватки. Я не знаю, кто-то поливает. Расскажите мне, как вы пользуетесь? Вы поливаете или вы просто прикладываете? Я как-то вот так прикладываю и смотрю. В общем, намочила 2 ватки. Давайте мы начнем с лица. Будем снимать тон. У меня, кстати, еще и пудра сверху. Вот, я вспомнила. В принципе. Как-то так. Это у нас, значит, первые ватки. Будем с вами экономить этими же грязными сторонами. Давайте будем смывать теперь брови. Вот, видите, как отличаются мои настоящие брови от нарисованных. Вот, ращу брови, девчонки. Купила даже вот такое средство от Алираны. Не скажу, что оно хорошо работает для бровей, но ресницы с ними стали гораздо лучше. Вот, видите, прыщики мои повлазили. Так, в общем-то, вот, за 2 ватки, в общем-то, те же самые смыли брови. Теперь давайте что сделаем? Давайте той же грязной стороной попробуем пройтись по глазам. Посмотрим, что вообще у нас будет. Я не знаю, вот меня поражают девчонки, которые пользуются средством для снятия макияжа с глаз. Как я там выгляжу, вообще нормально? Вот, которые пользуются средством для снятия макияжа с глаз. Знаете, так ватку приложили и тут же начинают тереть. Она ничего не смывает. Вообще вот рассказываю, если кто не знает. Нужно хорошо пропитать ватки средством для снятия макияжа с глаз или мицеллярной водой. И сначала приложить, то есть сделать такой вот как бы компресс, да, вот, посидеть. И потом таким чуть-чуть давящим и вниз скользящим движением пытаться смыть. Потрясающе, по-моему. Практически всю тушь сняла. Так, значит, это у нас все та же самая грязная сторона. Ну, давайте уж так и быть. Перевернем неиспорченной стороной. Будем дальше смывать глаза. Такая красотка, вообще жесть. Так, потрем еще реснички поплотней. Что хочу отметить, вот провожу ваткой практически по открытому глазу, ничего не щипит, то есть она абсолютно не вызывает никаких реакций.
И теперь давайте той же грязной варкой смоем губы. Ну вот смотрите, вот первая ватка сняла губы, вторая даже уже там нечего смывать. Ну давайте еще с руки смоем что-нибудь. Итак, я не знаю, как у вас, но у меня это первое вообще в жизни средство, которое смывает весь макияж со всего лица с помощью одной ватки. У меня была куча разных средств. Глаза я всегда смываю как минимум 4 ватками. Лицо тоже там 2 ватки уходит и так далее. Здесь всего лишь 2 ватки за одно применение. Давайте возьмем теперь еще одну ватку, такую как бы, ну, пускай она будет контрольная, да, контрольная ватка. Пропитываем ее средством, и вот просто пройдемся по лицу, посмотрим, где чего осталось. Походиться буду по всему лицу. Ну вот, смотрите, ватка практически чистая. Чуть-чуть она приобрела цвет, потому что первыми ватками я плохо проходилась вот по этой зоне, а тут у меня тоже что-то есть. То есть ватка абсолютно-абсолютно чистая. Вот. Такой вот был, девчонки, тест-драйв. Ну, это к разговору о моем уходе за кожей. Прыщики, конечно, есть, но это, знаете, такие временные наши девичьи прыщики. Все знают от чего. Вот, девчонки, поэтому... Что хочу сказать? И еще огромный плюс мицеллярной воды, что она, в принципе, заменяет нам практически все. Она заменяет нам умывалку, она заменяет нам тоник, потому что смысл тоника вернуть правильный pH кожи, да? Вот. А pH кожи у нас портится из-за того, что в пенящемся, в моющем средстве, да, есть вот эти павы и так далее. И тоник, он как бы вот счищает все эти остатки. В мицеллярной воде этих павов нету. То есть она смывает с помощью вот этих вот химических каких-то веществ мицелл, вот, которые для кожи гораздо полезнее и безопаснее. Вот, поэтому что хочу сказать. Если вы не поклонница безводного способа умывания, то все-таки вам нравится пользоваться какой-то пенкой, да, то это средство может быть у вас, знаете, такое, ну, про запас, когда вот вы куда-то поехали, какая-то поездка, в поездку идеальное средство, одно средство, которое вам заменяет весь практически уход. Вот. И плюс, что хорошо, многие средства, пенки для умывания, мы, к сожалению, к этому относимся как-то так поверхностно, но во многих пенках для умывания написано, что они не подходят для снятия макияжа. На самом деле макияж все-таки нужно чем-то снять, молочком или мицеллярной водой, да, а после этого уже использовать пенку, чтобы промыть именно кожу, не отмыть с нее макияж, грязь, да, а промыть кожу. Вот, поэтому она вам точно подойдет. И также это средство будет идеально для тех, кто является поклонником безводного умывания, который не хочет лишний раз на свою кожу какую-то там хлорированную воду, если у вас загон по этому поводу, да, то опять-таки можете использовать вот такое средство. Вот, вообще как-то некомфортно себя чувствую без макияжа, без накрашенных бровей, но вы меня простите, я думаю, вы же меня любите, я вас тоже очень люблю. Вот, девчонки, провела для вас вот такой вот тест-драйв, надеюсь, вам было интересно. Обалденное средство, это мой фаворит просто ноября, декабря и вообще этого года. Уже даже забросила свое любимое средство от буржуа для умывания, для снятия макияжа с глаз, потому что одна мицеллярная вода справляется со всем. Стоит она не очень дешево, стоит она в районе 200 рублей. Девчонки, ну поверьте мне, она того стоит. Никакой липкости, кожа абсолютно свежая, отмытая, всего лишь за 2 ватки. Супер. Всех вас люблю, целую, до встречи на моем канале. Пока-пока.